Будущее устойчиво, а этот год был многогранным. Так охарактеризовал итоги 2015 года Александр Рюмин, директор заполярного филиала ГМК «Норильский никель». В этом году запустили в эксплуатацию в первую очередь Талнахской фабрики, строится рудник «Скалистый», Надеждинский завод готовится к увеличению мощностей. Впервые за историю комбината более 50 миллиардов рублей пошли на программу капитального строительства. Несмотря на сложные экономические времена, компания сохранила все социальные программы. Как отметил Александр Рюмин, компания уверена в своем будущем и устойчивом производстве. Норильский никель обеспечен сырьевой базой, современнейшим оборудованием, а самое главное, высококвалифицированными кадрами. У нас агрессивные планы производства, но у нас грандиозная стройка. Нам необходимо, я уже говорил, закончить строительство в первом квартале Талнахской фабрики, значит, остановить мощности никелевого завода и перевести все концентраты на Надеждинское. И много-много другого. У нас программа строительства еще больше. Сегодня 50 миллиардов, там больше около 60, более 60 миллиардов.